Доброго времени суток. Давайте рассмотрим белую бумагу проекта EtherShift. С появлением криптовалюты прошло уже порядка 10 лет. Многие считают, что она появилась намного раньше, чем BitTok или Сатоши Накамото стал первооткрывателем данного направления. И именно его имя или псевдоним, так до сих пор никто и не знает, да, используется как основатель первой версии технологии блокчейн. С течением времени криптовалюта набирала обороты и массовую известность. Глядя на блокчейн, многие компании, включая проект EtherShift, соответственно, переводят все свои проекты на технологию блокчейн. Их выбор очевиден. Ведь это инновация, которая стала по вкусу многим за счет своей безопасности, прозрачности, быстродействия. Всеобщая известность, если взять, например, 2017 год, породила множество альтернативных криптовалют. Некоторые из них довольно успешными стали проектами и попали в топ-100 CoinMarketCap. Это всемирно известный рейтинг. Сайт проекта я также могу указать в описании под видео, кому интересно. Однако есть и другие достойные проекты, которые испытывают различные, например. Например, биткоин уже давно является для многих трейдеров индикатором рынка и для разных блокчейн-проектов. Его нестабильное состояние на данный момент поражает паузу на добавление своих токенов на крупнейшие биржи. Глядя на биток и эфириум, да и капитализацию в целом, множество проектов ICO откладывают листинги до так называемого бычьего тренда или тузимуна. Какие проблемы решит проект EtherShift? Платформа позволит производить быстрый обмен токенами стандарта ERC-20 по рыночной цене. Полезна она будет для всех классов, ведь на ней не будет сложных учетных записей, требующих подтверждения кейс и собирающих ваши персональные данные, что также очень интересно. Например, там взять тот же Binance, да, если ты хочешь торговать там на 3 копейки, да, ты можешь торговать, если хочешь чуть побольше, там 2 биткоина, например, уже в сутки, что ли, что-то такое, то ты уже должен проходить эту верификацию, а если хочешь еще больше, то там что-то целые какие-то катавасии, нереальные для обычного человека. EtherShift будет иметь свой мультивалютный кошелек, да, EtherShift Wallet, поддерживающий стандарт ERC-20 и ERC-233. Для обеспечения безопасности было принято следующее решение. И согласно вот как раз таки документу белой бумаги, да, разработчики планируют производить настройку учетных записей и серверов платформы через специальный ноутбук на операционной системе Linux. Данный ноутбук будет использоваться лишь для этой цели, в которой пароли от всех учетных записей будут генерироваться случайным образом. Свободное от работы время ноутбук будет изолирован от различных интернет-ресурсов и от сети в целом. Вот такие вот дела. Рекомендую ознакомиться с проектом EtherShift.